вчерашний след охотника. Снежком присыпал уже его сегодня. Два следа. Справа Мишин след, оставленный только что. Слева пишем в комментариях, чей след. Отгадываем. Пишите давность и животное. След идет одной длинной линией. Привет, друзья! Сегодня предлагаю просто покайфовать. Вчера выпал снег. Сегодня хорошая погода, тихо, где-то минус 4, минус 5 сейчас. Нахер все, нахер рекламу, нахер вот эти все разговоры какие-то сложные, про снаряжение, там вот это все, нахер. Здесь кто-то еще охотится, сегодня понедельник, я обычно стараюсь выбирать такие дни, в которых минимальное количество охотников. Потому что все-таки это охотничье угодье. Во-первых, я не хотел бы мешать им, я имею в виду бегать там, путать следы там и прочее. Второе, я переживаю по поводу собаки, потому что идиотов среди охотников, к сожалению, очень много. Которые, ну и при мне стреляли собак, путали там с волками. Ну, бывает всякое. Но тем не менее, кто-то охотится, я слышал выстрелы вдалеке. Но бог с ними. Наша задача сегодня, моя задача сегодня, сделать лагерь, приготовить вкусной еды, хорошо поспать, сделать долгий костер. Я взял спальник, я не хочу всю ночь заниматься костром, но я сделаю костер, который будет долго гореть, чтобы мы могли посидеть вечером спокойно. Сегодня я снимаю на смартфон, ребят, не брал камеру, потому что не зарядил батарейки. Вернее, я думал, что они заряжены, оказалось, что они наполовину разряжены, эти батарейки. Короче, взял смартфон, у него неплохая картинка, но немножко прыгает фокус. Вот, поэтому как-то вам с этим придется смириться. Ну, надеюсь, видео получится атмосферным, таким же, как и всегда. Сейчас я иду в место, где мы строили халабуду. Там есть напиленные деревья сухие, среди которых я сейчас сооружу себе лагерь. И после этого будем уже заниматься дальше. Ну вот она, наша халабуда. Я думаю, что лагерь где-то здесь сделаем. Здесь много сухих деревьев. Вот. Мы их тогда разложили, ее хотели кое-что другое сделать, но передумали. Сейчас подыщу место под лагерь. Время час, темнеет в 5. У меня 4 часа выше крыши времени. Сейчас подыщу место под лагерь. Ну, здесь рядом где-то. Посмотрим. И будем создавать лагерь уже и отдыхать, кайфовать. Сто сорок, сто пятьдесят, маловато. Ну вот это место мне прям отлично подойдет. Здесь закрытое пространство. Там молодой подлесок еще растет. Два ровненьких дерева. Сделаю здесь лежанку, навес. Здесь будет костер. Все отлично. Thank you.
Ну вот, сиделка, лежанка готова. Надо будет ставить навес, заготавливать дрова на ночь. Погода, кстати, прекрасная вообще. Ребят, не знаю, какое будет видео, вообще не знаю, потому что смартфон, сами понимаете. Ну, он хоть и как бы неплохой, и картинка вроде у него неплохая, но вот этот бегающий фокус, я надеюсь, что не сильно он будет вас раздражать. Но если не обращать на него особо внимания, то я думаю, что... это не так критично. Кстати, ребят, хотел пару слов сказать про свой топор. Часто спрашивают, еще за топор. Это топор шведского мастера Хултсебрука. Фирма его называется Hultafors. Ну, написано, что это handmade by Hultsbruck. Но я думаю, что какие-то, скорее всего, здесь маркетинговые уловки присутствуют, но топор на самом деле отличный. Это 65 сантиметров рукоять, 850 грамм голова, очень удобный топор. Рукоятка это хикари, и что немаловажно, у него он очень прочный, то есть у него волокна расположены вот таким образом, то есть за счет такого расположения. Чтобы быть успешным, надо верить в успех. Чтобы заработать, нужно... Поверили, что я буду так с вами разговаривать? Тогда проходите мимо. Волокон получается очень плотная рукоять.